Журчат ручьи, тра-та-та-та, весна идет, весне дорогу, как эта песня-то, и даже пень в апрельский день березкой тоже стать мечтает. Та-т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 а. Со мной все нормально. Короче, всем привет. Всем привет, всем весеннего настроения. Сегодня уже 25-й день весны. Наконец-таки говнище начало все это таять. Короче, проснулась сегодня я ни свет, ни заря в 11 утра. От того, что мне снится сон. Да что такое, господи, кто мне все утро звонит? Сейчас отвечу. Потрындела по телефону. Так, о чем мы говорили? О чем мы говорили? А, то, что я встала, с Эдиком погуляла, накормила всех девочек, мальчиков, всех. Кто попросил всех накормила. Короче, голову опять не покрасила, в планах на сегодня нету. Я вся, видите, тейпы, шмейпы. Патчи сегодня какие-то новые наклеила, они такие толстые, аж глаза вот здесь передавила. Ну, ладно, дохожу, посмотрим. Короче, вот слово «поразить» твою ж дивизию. Занялась сегодня я цветочками. Стала там мыть, протирать, туда-сюда поливать. У меня очень много орхидей, 7 штук. Кто помнит, кто видел, я их покупала. Не цветут, суки. Простите. Вырвалась. Не цветут. Один раз самостоятельно подцвели, и все. У меня вообще не растут цветы, которые цветущие. У меня в основном там замеркулька, сьюка, фикусы. В общем, я решила, я их это... Они занимают целый подоконник, 7 штук. Я их все отдам. А Косян говорит, ты что, с дуба рухнула? Я их покупала 1900, помните, наверное, на видео, еще в таких коробках красивых, они все были с двумя цветоносами. Я как сейчас помню, я за раз купила 3 цветка, 3 на 6000. Я помню, что я пришла, Костян тогда чуть глаза не выпали. Он говорит, тебе не жалко деньги? Я говорю, нет. В общем, я их рублей по 300 выставлю на Авито. Может быть, кто любит, кто занимается, знаете, и тот, как говорится, ну пусть занимается. Жалко цветочки, надо тейпы вот так вот, как сказать, активировать. Ой, господи. Надо меньше жрать, а не тейпы активировать. Ну, возраст, что, мне почти 60 лет. Конечно, кожа уже потеряла свою эластичность, что говорить-то. Лоб, мне все время мне пишут и в личку, я не знаю, как там добыли мой номер телефона, мне много в личку пишут с Ютуба, что я ботокс колю. Какой ботокс? Хиротокс? Нет у меня никакого ботокса. Я никогда в жизни ничего себе колоть не буду. Ну, так говорить нельзя никогда. Кто его знает, что будет завтра, да? Может, я завтра вся тут сетка. Но в планах у меня этого нет. Я это все боюсь, потому что, знаете, как бы не было хуже. И вообще, зачем портить натуральную, естественную красоту? Правильно? Правильно. Короче, решила я цветочки или отдам, или продам. Если купят рублей по 300, слава богу, пусть кому-то приносят радость. А у меня они не и сами мучаются, и я херней страдаю. Вот такие дела. Так, что, надо на Валборис бежать? Там у меня гималайская соль, еще какая-то. Ну, короче, вот эти приправки пришли для кухни. Потом, значит, что? Ну, и, естественно, опять готовить, жрать. А погулять еще надо когда-то. В общем, вот дел вот так вот. Все, некогда трепаться. Буду делами заниматься. Так, в духовочке будем готовить картошечку по-деревенски и грибочки с болгарским перцем. Здесь 800 грамм грибов. Картошки не знаю сколько. Полное это. В общем, я сейчас закрываю все пленкой, ставлю в духовку, потом минут через 20 достаю, выкладываю сюда сардельки, ставлю в духовку еще на полчаса, потом достаю, потом затираю все сыром, снова ставлю в духовку. Ебическая сила, как будет вкусно. Пошла жара.
Пошла жара. Картошечка готова. Грибочки готовы. Вот они. Смотрите, какая красота. Все, мы садимся ужинать. Роскошный ужин. Естественно, как без этих хрустящих огурчиков. Чай с лимоном. Мои красивые приборы. Мои красивые тарелки. И телевизор. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Костян, смотри, какая сидит. Так, сходили по делам с Константином. Он уехал в колледж. Я зашла, как всегда, в магазин. Купила вкусную пасту. Ну, в смысле, макароны. Хочу сделать с креветками пасту. Но, знаете, с креветками, со сливками это надо делать мало, на раз поесть. И все, чтобы потом ее не разогревать. Поэтому я купила по коробочке вкусной пасты. Наверное, сегодня сделаю Костяну сегодня в барбешоп. Дел вагон. Мы в больницу с ним сгоняли. Сейчас он в колледж уехал. Потом он с колледжа мчится в барбешоп. Потом он с барбешопа мчится на вождение. Все деловые. Деловые. Так, солнечно на улице, хорошо. Ну, морозно. Прям вот холодно без перчаток. Вот вам и середина марта. Ближе к концу уже. Замерзла, девочки. Даже руки без перчаток замерзли. Через пятерку шла. Через пятерку, через магнит. Возле детской поликлиники зашла в магнит, купила еще парк, коробочку кофе. Ну, что-то тут 8... раз попить 16 капсул, но это здесь кофе и молоко. 8 раз попить кофе. 8 раз на 2 дня, если нам с Костяном. Почти 500 рублей по акции. Пекинскую хочу салатик сделать. Помидоры, огурчики, перчик. Вот такую пасту купила. Вот такая вот вкусные шарики. И вот такую еще коробочку. Но, наверное, скорее всего, вот эту я хочу приготовить. Здесь она варится в пакетиках. 5 штучек. Сколько здесь? 400 грамм. С креветками хочу сделать. Ее как раз надо так на раз поесть, потому что там сливки добавляются. Ну, а эту, наверное, нет. Эту не знаю, потом как-нибудь с мясом. А вот эту хочу, вот такие бантики маленькие, сделать с креветочками. Очень, кстати, вкусно со сливками. Борща захотела. Ну и все, и бутылка подсолнечного масла. И по деньгам до хера и больше. Потому что эти стоят 100 с чем-то рублей. Эти 89, по-моему, по акции. Капуста на 160, капсулы почти 500. Масло грубо 100, приправа грубо 100. Вообще пиздец. Рад сходить в магазин. Нечего жрать. Звонит Костян. Девочки, слава тебе, Господи. Эпопея с моим шкафом закончена. Все, мы все утвердили. Я уже все оплатила. В течение 45 дней мой шкаф будет готов. Все уже. Слава тебе, Господи. Эскиз. Чеки. Теперь осталось только его ждать. Шкаф будет у меня белый в коридор и слегка перламутровый. Ну, под стены. Практически один в один со стеной. Ну, практически один в один. Очень долго выбирали цвет, расцветку. В общем, короче, все. Здесь я могу поставить жирную точку и уже ждать.
Так, что еще я сделала? Я зашла в магазин, встретились мы с Костяном. Он побежал в барбершоп, забежал в магазин, померил себе джинсы. Весна же, хочется что-то нового, просто такие вот черно-серые. Ему надо было черные джинсы, но нет, вот черно-серые. Узенькие, трубочкой. Так, вот не такие ему взяли. Это, значит, синие с подгибчиком. Они ближе к голубому, а эти ближе к синему. Вот. Эти немножко такие голубоватенькие. Такие и вот без всяких подгибчиков. Нет, тут ноги. Такие классические джинсы. Все, на весну у него новых трое джинс. Но новых у него там их еще штук 7, наверное. Я ему много джинс покупаю. Это вот пришли просто новинки. Я думаю, ну, надо быстренько взять новинки. Вот. В общем, парень одет. У него там под новые куртки, под новые джемпера. Но самое главное, я очень рада, наконец-таки мой шкаф уже скоро будет готов. Аллилуйя. Все. На этом все дела сегодня закончились. Самочувствие это следствие вашей. Девочки, вы тоже так же делаете салат из пекинской капусты, что у вас вот столько отходов, пол стола. Я вот эти штуки не могу, я их вырезаю. Это у меня такой легонький ужин. Вот я сейчас кушаю салатик, потом фруктовый йогурт и все, наверное. Так что, кто со мной, всем приятного аппетита. Седая на проводе, на свете. Да, конечно, это уже, но это уже нонсенс, это предел. Посмотрите, что у меня. У меня же сплошь просто вся седая белая голова. Просто. Если я сегодня не покрашусь, то это, я считаю, я уже преступление совершаю. Мне уже стыдно. На улице уже тепло, уже хочется снять шапку. Короче, сидела-сидела, время 5 вечера. Думаю, а что я сижу? Ну, я делами занималась, вот стирки, 4 машины постирала. Думаю, что я сижу, пойду я в магазин. А хотела я приготовить рис и котлеты. Как Костян рис-то называется, длинный-то? Басмати, вот, вспомню. Он очень вкусный. Думаю, сейчас сварю упаковочку риса басмати и макарошки. Зашла в магазин, увидела бедра. Два. Взяла 3 упаковки бедер. И думаю, я их сейчас замариную. И куды? И в духовочку. Дома столько много приправ. Нет, я увидела терияки, захотела в соусе терияки. Купила терияки. В соусе терияки замариную. Бедра нужно с чем кушать? С картошечкой. Поэтому я купила снова вот эту упаковочку приправки. Здесь вот еще соус во всех мешочках, а в этом соус. Очень вкусно. Мешок картошки. Ну, не такой, а пакетик хорошей картошки. И взяла лососевые кусочки в кляре. Костян говорит, что мы их жарили, я не помню. Может, это было когда-то, хер его знает. Вот эту фирму не знаю, ни разу не пробовала. Ну вот, сейчас пока у меня масса мяса маринуется, ну не мясо, конечно, это вообще так сказала, как вот у меня там говядина. Пока у меня бедра маринуются, я пожарю быстренько вот эти штучки, мы их схаваем. Вот и все. Пошла заниматься делами. Снова жрать. Так, лососевые кусочки в панировке готовы. Такие вот, видите, красивые лосось. Ну, это у меня, естественно, салатик с пекинской капустой. И, как всегда, такой легкий ужин. Кто со мной? Приятного аппетита. И вот, смотрите. Только что покормила. Десять бедрышек, девочки.
5, 6, 7, 8, 9 и 10. Здесь, значит, у меня соус терияки и соль, перчик немножко, чтобы остался только вкус соуса терияки. И сейчас я это убираю на ночь в холодильник, потому что сейчас у нас уже 11 вечера, а завтра я это в духовочке, да с картошечкой. Да это все промаринуется за ночь. О, вы не представляете, какая это будет вкуснятина. Специально оставила шкурку. Шкурку я вообще терпеть не могу. Я ее люблю, если сильно зажаришь. А завтра я все это когда приготовлю, а потом уберу фольгу и хорошо подрумяню шкурку. Ой, будет вкуснятина. А если шкурка плохо подрумянится, у нас ее сожрет Эдик. Он это дело любит. Все, убираю в холодильник. До завтра.